Спортивная жизнь здесь начинается с раннего утра. На базе детско-юношеской спортивной школы номер 1 каждый может найти себе увлечение. При содействии депутатов городского совета на территории школы была возведена особая площадка. Здесь разместился тренажерный комплекс под открытым небом. Его главная задача – подготовка населения к сдаче нормативов по программе «Готов к труду и обороне». Мы быстро приняли решение построить этот комплекс именно здесь. Она будет здесь под наблюдением, она здесь будет под присмотром, всегда будет ухожена. И все, кто желает сдавать нормы ГТО, могут приехать к нам в любое время. Здесь у нас центр тестирования ГТО. У нас назначен человек, который ответственный за ГТО. И, пожалуйста, пусть население приезжает, сдает нормы ГТО. На спортивном объекте работает комиссия по приему ГТО. Каждый желающий может оставить заявку и сдать нормативы. Проходить тесты можно всю жизнь. Правительство установило 11 ступеней ГТО. Каждый соответствует свой возраст. Первая ступень рассчитана на детей 6-8 лет. 11-ю ступень можно покорить в возрасте от 70 и старше. Уже в этом году все образовательные учреждения, в том числе вузы, смогли официально побороться за награды. А к 2017 году к сдаче норм привлекут и взрослых людей. Вручаться награды будут по специальной процедуре. Бронзовую и серебряную степень присвоит человеку власти регионов. Утвердить же золотую степень сможет только министр спорта России.